В Молдове могут вспыхнуть очаги полиомиелита, кори, дифтерии и туберкулеза. Основная причина – большой наплыв беженцев, прибывающих в нашу страну, половина из которых – дети. В связи с этим специалисты общественного здоровья рекомендуют родителям, в том числе семьям из Украины, без колебаний делать прививки детям. Беспокойство специалистов вызвано тем, что на прошлой неделе на Украине, где из-за войны был остановлен процесс вакцинации, была выявлена вспышка полиомиелита. Учитывая миграционные процессы, говорят эксперты, не исключено, что инфекционные заболевания получат быстрое распространение. Актуал Украина се конфронт кун фокарди полиомиелита, каузата де вирусул полиомиелитик циркулант типул 2, în cadrul căruia s-au fost stabilite mai multe persoane printre contacte, cam total vreo 21 de persoane. Am elaborat o notă informativă pentru a crește vigilența, a spori vigilența lucrătorilor medicali, atenție în supravegherea acestor infecții și recomandarea insistentă a vaccinărilor copiilor contra poliomielitei. Инфекционные заболевания, такие как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулез и другие инфекции, можно предотвратить путем вакцинации детей. Прививки ставят согласно национальному графику иммунизации. Они бесплатны, в том числе для детей из Украины. Сын сам не перекулас от частей инфекции? Да, сын перекулас, деварище ружеола, есть о боле инфекциоза, шварти контагиоза, фектеза. Cel mai des copii este foarte contagioasă și complicația cea mai des întâlnită la rujeolă este pneumonia, după care poate fi soldat și cu deces. Poliomielita este o infecție la fel contagioasă, infecțioasă și este periculoasă prin faptul că poate provoca paralizii care rămân pe viață sau poate duce la deces. Риск появления очагов опасных инфекций возрастает в том числе из-за того, что в последние два года из-за пандемии темпы вакцинации детей до года в Молдове снизились на 87%. La capitolul vaccinării, mai cu seamă în ultimii 2 ani, de când suntem în pandemie, din cazul restricțiilor impuse, chiar a fost stopată vaccinarea pe timp de aproape 2 luni. Și atât în acest context a scăzut puțin. Puțin, cam esențial, a scăzut acoperirea vaccinală și este la un indicator de sub 90, ceea ce în alți ani noi acest indicator era peste 90%. Специалисты сферы общественного здоровья призывают всех родителей вакцинировать детей. Это касается и малышей из Украины. Сывороток в стране достаточно. Da, deci țara are depozitul național de vaccinuri, are suficiente vaccinuri, cu atât mai mult la sfârșitul lunii martie așteptăm un lot de vaccin de poliomielită inactivată. Данные со всего мира доказывают, что вакцины защищают нас от ряда инфекционных и потенциально смертельных заболеваний. В нашей стране действует обязательный календарь прививок, который охватывает 12 заболеваний и включает 9 вакцин. Отметим, что к 2000 году Молдова была объявлена страной, свободной от полиомиелита, поскольку именно благодаря вакцинации вспышек заболевания больше не наблюдалось.